Президентский катер взорвался на Мальдивах. В результате 3 человека получили ранения. Инцидент произошел буквально в 2 метрах от причала города Мали. 20 журналистов, ожидавших возвращения президентской семьи из паломничества в Мекку, стали свидетелями взрыва. Сам президент республики не пострадал, однако его супруга и помощники с травмами доставлены в местную больницу. Позже глава президентского офиса сообщил, что первая леди получила легкие ранения. По данному факту начали расследование.